Круглый стол через познание культур народов в культуре межнационального общения прошел в Коломне. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, муниципальных общественных палат Московской области, руководители региональных и местных национальных общественных объединений, политики и ученые. Коломна – гостеприимный город с богатой историей. Как и на других подмосковных землях, издавна тут проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Поэтому проведение круглого стола на правительственном уровне, посвященного теме познания культур, стало актуальным событием. Открывала мероприятие женщина-космонавт, летчик-испытатель, депутат Государственной Думы Елена Серова. У нас всегда рядом жило очень много народностей, и жили мы всегда душа в душу. И кто скажет, что это не так, ну бросьте в меня камень. Великая Отечественная война, которую мы никогда не забудем, мы просто не имеем права морального ее забыть. Отцы и деды наши, они были из разных республик. Проводим первый круглый стол, посвященный выработке решений, направленных на укрепление общегражданской идентичности, на борьбу с ксенофобией и этническим экстремизмом. Эта тема находится в непосредственном внимании руководителей нашего государства. После вступительных слов – живой диалог, обмен опытом и идеями по поводу того, как сплотить народы России, как рассказать детям о разных национальных культурах. Вот, например, в еврейской автономии придумали настольную игру по мотивам сказок и традиций народов России. А в Королевской школе создали этнотеатр и проводят внеклассные занятия. И работа эта ведется уже с 2008 года, когда был создан на базе школы клуб интернациональной дружбы «Радуга». Люберецкий округ за круглым столом представила председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. СМИ играет огромную роль на развитии межнациональных отношений. И я, как руководитель телеканала ЛРТ городского округа Люберцы, очень хорошо на собственном опыте это знаю. Наш телеканал уже на протяжении 3 лет выбрал такое направление – успешно освещать в средствах массовой информации межнациональные отношения. Прошу поставить фильм «Успешные практики». Творческий коллектив Люберецкого районного телевидения в рамках телевизионного проекта «Мы, россияне» создает социальные видеоролики, в съемках которых принимают участие люди разных национальностей и возрастов. Я россиянин. Я гражданин Подмосковья. В администрации Коломенского района отметили высокий уровень организации мероприятия, удачный подбор участников и актуальные выступления. Директор школы, который максимально понимает состояние в своей школы, максимально 18 концессий у него находится на территории его образовательного учреждения. И насколько подошла конструктивно другая докладчица по поводу организации игры, которая будет интересна. У нас сейчас очень большая идет интерес, большой интерес по играм настольным. Ну и ваше телевидение, эта презентация, она, в принципе, произвела фурор. В следующий раз Коломна примет гостей из национальных объединений и общественных организаций на празднике «Сабантуй» 9 июля. Готовится большая программа с участием артистов из Москвы и Московской области. Ждут делегацию из Татарстана. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.